Чемпион мира в среднем весе по нескольким версиям Геннадий Головкин дал интервью во время подготовки к бою с Келлом Бруком. На вопрос, что сейчас более важно для тебя, денежные бои или объединительные поединки, Геннадий ответил вот так. «Это хороший вопрос. Я понимаю свою ситуацию. Сейчас я не имею шансов на денежные бои. С кем их проводить? Я верил, что может быть у меня будет поединок с Канело, но это невозможно. Прямо сейчас у меня нет идей, с кем биться. В данный момент я сфокусирован на Келле Бруке. А во-вторых, на объединительном бою за титул WBO. Мне нужен титул WBO, потому как моя цель – все чемпионские пояса в среднем весе. Я хочу все пояса, а после всех поясов – денежные поединки», – сказал Головкин.